Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Максим Журавлев. Сегодня у нас понедельник, 2 декабря. Продолжаем свой обзор, глобальный обзор, так сказать. Наблюдаем за ситуацией, что происходит в мире, и пытаемся сделать из этого какие-то определенные выводы, которые помогают нам в принятии решений. Итак, начнем с обзора актуальной информации, как это стандартно мы делаем. Что у нас произошло за последние выходные и что у нас в перспективе будет на ближайшую неделю. Так, я сейчас уберу свое изображение. Давайте вот о чем поговорим. Значит, ну, начнем мы с вами с рынка нефти, поскольку в последнее время тоже мы немножечко стали меньше на нее обращать внимание. Но тем не менее, нефть, что у нас, находится в диапазоне, в таком в не очень хорошем пока что для нас, для всех. И вот есть такая информация. Первое, значит, во-первых, мы с вами наблюдаем, что рекордная добыча нефти в США у нас по итогам еще сентября месяца в Соединенных Штатах, она показывает 12,46 миллионов баррелей. Это вот первый фактор, который оказывает влияние на давление, точнее на котировки нефти. Следующее, вот мы с вами говорили о том на прошлом обзоре, что 5-6 декабря будет заседание ОПЕК+. Такое расширенное, так называемое, на котором будет приниматься решение относительно дальнейшего сокращения, да, то есть вот эта сделка ОПЕК+, до июня следующего года. И уже в преддверии этого заседания российские нефтяники предложили оставить вот эти квоты по добыче нефти на прежнем уровне, то бишь их не изменять, то есть не сокращать. А почему мы эту новость здесь вставили? Да потому что, например, вот министр нефти Ирака, вот буквально на выходных заявил о том, что вот, в частности представители стран ОПЕК и вообще ОПЕК+, не исключают возможность еще большего увеличения объемов, именно, я имею в виду, и речь идет о сокращении. Вот. Вот эта ситуация, она может фактически поддержать котировки нефти. Но вообще в целом, вот как в целом вот по настроению инвесторов, все-таки некоторая напряженность чувствуется. То есть, по сути дела, если вот эти вот ожидания по сокращению будут не оправданы, если там какие-то будут моменты, связанные с возможными намеки, да, о том, что когда-то, возможно, мы можем и закрывать сделку, ну и так далее. То есть, все, что связано с определенным негативом, то полагаю, что это просто порыв сорвет цены на нефть, и они полетят еще ниже, вплоть до там уровня 50 за бочку нефти марки Brent. Вот, поэтому здесь вот это все внимание давайте будем вот на этой текущей неделе приковывать именно к этой ситуации для нас, потому что тоже имеет значение, поскольку наша сырьевая валюта, в частности мы говорим про российский рубль, безусловно, все-таки влияет, точнее, оно, на нее оказывает влияние котировки нефти, что бы там ни говорили. Так, но и еще вот в рамках вот нефти, все-таки опять возвращаемся к этой теме, которая уже всем немножечко, может быть, даже определенным образом поднадоела, но так или иначе, это торговая война. Значит, Китай предупредил Соединенные Штаты Америки об контрмерах в ответ на законодательство штатов, которое поддерживает антиправительственные протесты в Гонконге. Вот, но это вот эта ситуация, это сейчас, знаете, возвращаясь, если к торговой войне, мы много раз об этом говорили, многие эксперты, инвесторы ожидали, что где-то в середине ноября еще будет заключаться первый этап сделки, который предполагает смягчение вот этих торговых барьеров. Но этого, как понятно, уже по определенным причинам не произошло. Стали слухи ходить о том, что до конца все-таки года подпишут соглашение. А если они его подпишут, естественно, это будет просто хороший позитив для всего мирового рынка. И, разумеется, котировки и на акции, и на нефть пошли бы в гору. Но здесь, опять-таки, все бы ничего. Опять вмешался вот этот политический вопрос о том, что в Гонконге протесты, и Китай это расценивает, вот это законодательство, которое поддерживает вот эти вот оппозиционные силы в Гонконге, Китай это расценивает как вмешательство, такое грубое, нахальное вмешательство во внутренние дела Китая. И вот этот фактор, он может послужить таким неким тормозом для подписания торговой сделки. И еще по торговой сделке, еще уточняем, да, что подразумевается под первым этапом сделки торговой, то есть подписание вот этого первого этапа. Речь идет о том, что с одной стороны Соединенные Штаты Америки не
обязуется повышать тарифы в 15 декабря, то есть вводить дополнительные тарифы на китайские товары. То есть мы с вами знаем, что 15 декабря это как раз дата, когда Соединенные Штаты дополнительно вводят торговые пошлины на китайские товары. С другой стороны, значит, США, точнее Китай, обязуется закупать сельскохозяйственную продукцию в Соединенных Штатах Америки. Вот это условие первой сделки. Но здесь еще уточняется, Китай требует не только не введения 15 декабря тарифов повышающих, но и снижения торговых барьеров, которые были введены ранее. То есть здесь вот это тоже фактор, который дополнительный помимо Гонконга может послужить неким таким тормозом. Вот. И Китай официально приглашает Стивена Мнучина и торгового представителя Соединенных Штатов Ренхайзера, по-моему, да, вот правильно, если я произнес его имя. Значит, они приглашаются в Пекин для продолжения торговых переговоров, а те, в свою очередь, отвечают, что да, но если мы поедем к вам разговаривать, то мы поедем только лишь в том случае, если уже конкретно будет какая-то определенность, да, если, то есть мы уже будем подписывать, по сути дела, вот это соглашение. Поэтому, если появится новость, что все-таки американские представители поехали в Пекин для переговоров, это будет некий такой сигнал в пользу все-таки положительного исхода в рамках торгового спора, вот в рамках хотя бы вот этого первого этапа. То есть мысль понятна, да? Поедем дальше. Так, что мы еще должны обсудить? Ну, вот сегодня была публикация отчетности по индексу деловой активности в производственном секторе, PMI, так называемый, именно в Китае. По, значит, этому показателю этот индекс вырос на 0,1 пункт и составил 51,8, предыдущий был 51,7, хотя ожидалось его даже снижение 51,4. Поэтому вот эта статистика сегодняшняя, она немножечко так, ну, такой небольшой позитив, локальный такой вносит и может отчасти где-то поддержать те же котировки нефти, кстати говоря, поскольку рынок это расценивает как положительный, ну, скажем так, рост, небольшой рост деловой активности именно в производстве, а этот факт производства, да, оно является все-таки основным из покупателей, потребителем нефти. Ну и, разумеется, все это отразится на котировке. Ну и, собственно, министр Ирака, мы об этом уже проговорили, да, о том, что заявил, что может ОПЕК плюс увеличить объемы сокращения, да, то есть он может расширить свое действие и еще больше, на большую сумму сократить добычу нефти. Но пока это только разговоры. Посмотрим, что будет 5 декабря, это будет уже, наверное, 6, будем, наверное, получать какую-то свежую информацию. Ну и, собственно, 5 декабря, да, вот планируется встреча. То есть мы эту встречу ждем, посмотрим. Перейдем на российский рынок, и здесь поговорим только лишь об Газпроме. Это любимая бумага многих инвесторов. Они отчитали за 9 месяцев текущего года и также показали результаты по третьему кварталу. Ну, по результатам 9 месяцев они показали снижение объемов продаж, то есть выручки, из-за того, что они меньше стали продавать в Европу, и из-за снижения цен на газ. То есть вот это главные причины падения выручки Газпрома. Формально это да, есть определенный негатив, но при этом глобальная прибыль, она осталась плюс-минус по итогам 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на плюс 42 миллиарда рублей. То есть там есть такой локальный небольшой прирост в целом, который, ну, скажем так, тем не менее поддерживает котировки. Так, и еще по поводу позитива. Буквально сегодня, 2 декабря, планируется запуск или старт газопровода «Сила Сибири». Путин и Си Цзиньпин, это два лидера двух государств, они дадут старт такой символический, вероятно, там какая-нибудь кнопочка будет. И, конечно же, это безусловный позитив. Об этой «Силе Сибири» уже много сказано. В принципе, мы уже сами про это говорили. Вот, то есть это такой некий хороший такой прогресс, да, то есть это, по сути дела, увеличение выручки, точнее продаж в сторону Китая, а Китай это крупнейший покупатель, поэтому здесь, в принципе, я думаю, что это еще отложенный эффект положительный будет. Хотя эту ситуацию, полагаю, рынок уже тоже отыграл, поскольку пресс-релиз Газпрома уже был на ту тему, что «Сила Сибири» уже заполнена газом. Это было, ну, около месяца назад. Так, значит, и еще про «Газпром». Тоже в части уже «Северного потока-2».
разрешение прокладки трубопровода в экономической зоне Дании оспорено. То есть о чем мы говорим? Мы говорим о том, что по сути дела там осталось буквально несколько десятков километров, ну там речь идет порядка 300 километров, для того, чтобы уже завершить строительство Северного потока 2. Но речь мы идем о первой, второй нитке. Вот, а всего потребуется 2100 километров, построено точнее, да, а формально требуется 2448 километров. Вот, через Россию, Финляндию, Швецию, через эти экономические зоны труба уже проложена, а вот в Дании пока строительство идет. И, в принципе, датское энергетическое агентство дало разрешение на прокладку, но вот есть один нюанс, что до 27 ноября 15:00 часов, видимо, восточноевропейского времени, вероятно всего, вот до этого времени должна быть возможность оспорена, да, то есть вот это разрешение можно было бы еще и оспорить, то есть подать какую-то жалобу. И эта жалоба поступила, от кого неизвестно, нет источников, то есть говорим о том, что сейчас пока есть некоторая проблема. Но рассмотрение этой жалобы возможно в течение года полутора лет, то есть тут это все не быстро, да, как мы привыкли. Поэтому формально пока строительству ничего не мешает, поэтому здесь по завершению вот именно этого участка мы можем с вами говорить о том, что крупнейший проект Северный поток 2 возможно придет уже к какой-то финальной стадии, и когда мы с вами увидим когда-нибудь такой вот пресс-релиз на сайте Газпрома, что труба заполнена газом, как это по аналогии с силой Сибири, то это будет хороший, да я бы даже не, это мягко сказано хороший, это будет просто великолепный позитив для акций Газпрома. И те, кто держит эти бумаги в определенной там среднесрочной перспективе, просто получат хорошие, щедрые, с одной стороны, дивиденды, но и прирост стоимости самой бумаги. Вот такая вот мысль. Так, ну и давайте быстро пробежимся по графикам. Значит, график, ну начнем мы традиционно с пары доллар-рубль. Здесь у нас, так, здесь у нас что? Мы последний торговый день в пятницу достаточно на тонком рынке торговались, но тем не менее рост показан, да, то есть мы зашли уже выше 64, вот, поэтому формально здесь давайте предположим, какие наши ближайшие цели по паре доллар-рубль. Здесь вот этот вот локальный такой определенный, неопределенность, да, в рамках торгового спора, в рамках вот этих всех падения нефти, да, вот все-таки здесь, конечно же, вот эта цель 64,4, 64,5, вероятно, все-таки мы до нее будем доходить, то есть здесь пока локально в сторону роста мы смотрим. Но при этом я хотел бы вас, скажем так, не обнадеживать, да, я об этом говорил в прошлых обзорах, о том, что здесь пока, но не, мы не говорим о каких-то таких серьезных скачках, я имею в виду в какой-то перспективе вплоть до 66 или 67, да, то есть здесь пока что мы об этом не говорим. То есть мы, но при этом мы не исключаем, но вот здесь в локальной перспективе все-таки здесь по моему сценарию мы смотрим в район 64,5, и вот здесь уже будем смотреть, да, то есть потолок, может быть, сопротивление поймать в районе 64,55, 64,50, примерно вот в этих значениях. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, но пока здесь локально вот в сторону доллара пара смотрит. Так, если говорить про нефть, по нефти у нас, вот мы с вами увидели вот такое вот, значит, закрытие, да, то есть фактически тоже на тонком рынке, мы об этом поговорили по фундаментальным причинам, какие есть. Это увеличение добычи нефти в США давит на рынок, это вот неопределенность в торговом споре, это вот китайский и американский спор, вот конфликт политический в последнее время. Вот, поэтому все эти факторы в целом, так или иначе, они негативно сказываются на котировках. Единственное, что пока поддерживает, так это вот сделка ОПЕК+, которая вот планируется на этой неделе, результаты. Так, ну, собственно, давайте все, наверное, завершаться будем. То есть мы основные моменты проговорили, пара доллар-рубль, нефть. А какие-то другие активы будем рассматривать в других обзорах, потому что мы не можем тратить время на все подряд, иначе обзор затянется на многие-многие минуты. Так, на этом, наверное, все. Удачных вам торгов, удачного вам начала недели. Желаю вам профита, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте и увидимся в следующих обзорах. Пока, до встречи!